Just another heart in need of rescue. Waiting on love's sweet charity. And I'm gonna hold on for the rest of my days. Она-то что тут делает? Диапазон 4 октавы, сучка. Серьезно? Тут мое сознание, утраченная невинность, вина, а теперь еще и неадекватность. My mind, I ain't wasting no more time, but here I go again. Так, это уже слишком. Твое подсознание решило, что тебе нужна мудрость. Твой конек виски, а не мудрость. Ну, хорошо. Ладно. Выпендрёжница. Here I go again. Если ты собирался обмануть меня, то ты упустил главную сюжетную линию. Говно ты на палке. Я гребаная волшебница. Я стала верховной королевой не благодаря ДНК-тесту. Я сама это выбрала. И мне пришлось драться за каждый клочок власти. И без обид. Тебе этого не понять, потому что ты получил все просто так. И теперь я должна оставить свое королевство. Сучки-феи положили глаз на мою корону. Что ж, я затолкну ее им в их несущие яйца жопы. Бенедикт, ты изгонишь всю стражу вместе. Тик, ты пойдешь в тот отталкивающий фей коридор и измельчишь один из кирпичей в пыль. А потом насыпешь ее в ванну королевы фей. И когда это выкурит ее задницу, я вырежу ей сердце и сожру его на глазах у всех этих гребаных фей в королевстве. Итак, что мы решили? Ты отдашь ванну? Или мы начнем готовить омлет из фей и козьего сыра? Это странная сделка. Даже для меня. У тебя есть время до завтра. Повеселись на охоте за яйцами, потому что если не заключишь сделку, мы их сварим и раскрасим так, словно у нас тут сейчас гребаная Пасха. Я не знаю, что это значит. Есть одна маленькая, крошечная, ничтожная, крайне незначительная, ничтожная проблемка. Леди Пайк, правящая Котсуоллом, известная своей... сложностью. Хочешь сказать, она сука? Хорошо, что я совсем не такая. Не смейся. К сожалению, я уже согласилась продать свеклу западной Лории. И так как я женщина своего слова, я не могу отменить сделку. Вы же понимаете? Схожу проверю десерт. Я освежую эту суку. Я хочу, чтобы ты удвоила очарование. Ты заставила ее есть с твоих супердипломатических рук. Думаю, я могу умаслить ее разговорами про альпак. Ты отдашь мне свеклу, а я не сожру ни одну из твоих вкусненьких альпак. Смекаешь? Я так и подумала.